какие-то. Приношения. Тысячу рублей, ценные вещи. Тысячу рублей. Билетик. Ценные вещи, билетики. Я так понимаю, что предупреждать среди тебя не принято, да? Нет. А почему некоторые правила вымараны? Политическая борьба, видимо. Что? Видимо, политическая борьба. А это что такое? Остановка? 119 автобус. Сначала гороховые сутки взялся. Где мой пакетик? Нет, в следующий раз сюда можно прийти и приготовить шашлык. Можно? Последний шашлык. Василий, наверху живем. Ты что, низкий старт? А может не туда? Юр! А пусть разведут. Если что, там есть. Все собрались, но это называется могильный зал. Здесь могила хозяина пещер белого спелеолога. А куда его дели? Куда его дели спелеолога? Ну вот. Нет, а тут было с противогазом. А, нет, это мы прошли мимо. Это не белый спелеолог, это там чувак просто отдыхает. А что, в тот раз я не видел его, был тоже? Ну там сразу, да, вот после его прошли, как-то не заметил всего тут раз. Он там в темноте отдыхал, его было не очень видно. Кто-нибудь хочет, ну вернее, кто хочет именно проползти, мы сюда вернемся, но именно поползать по узким ходам. Кто-нибудь хочет? Ну, пойдемте. Опять же, кто совсем по песку сейчас лазать не хочет, те оставайтесь здесь, это на 5 минут буквально. А там есть ради чего? Или тупо да, просто поползать, ну, немножко посмотрим, я сказал. Да? А если вы застрянете, как мы вернем? Действительно. Неправильный вопрос задан. Кто хочет? Кто хочет остаться здесь один и заблудиться? А что, все пошли, что ли? Конечно. Не, ну кто-то остался. Кто-то, конечно, может остаться на могиле. Thank you.
что было сегодня. Да, да. Прям. А, полез снова котик. Класс, сумка. Как в армии.